Всем здорово. Приехал сегодня на мини-речку, на секретное место. Не доехал до своего места, оно уже начало разливаться. Так что придется рыбачить там, где придется рыбачить. Хотел рассказать немного, как я буду продавать теперь кукурузу. Фасовка вот такая вот. 5-литровое ведро, 5 килограмм кукурузы. Если кукурузу брать в пакетах или со своей тары, то получится 450 тенге за килограмм. Если брать в ведре, получается по 500 тенге за килограмм. Итак, выходит ведро такое 2500. Кукуруза мягкая, очень мягкая. Давится. Ну, посмотрим, как она работает. Обычная кукуруза без добавок. Но я ее 4 дня держал. То есть полуферментированная кукуруза. И ферментированная будет, и со вкусами, с добавками разными будет. Поэтому обращайтесь. Затащила. Что-то сидит. Сомик. Вот такой килограммчик где-то мелкий. Хотя бы так. Друзья, здесь поклевка была. Удочку он утащил аж. Охренеть. Сошел. Сошел. Обидно, досадно. Ну ладно. Ну, здесь что-то сидит. Походу небольшое. Может, так слабо клюет что-то. Угу. Карась. Сейчас зарядим у вас. Что-то мелкое сидит, что ли? Совсем мелкая зараза. Уже не сидит.
Карась. Сидит что-то, ну, мелкое вроде бы. Смотрим сейчас. Ну, побольше. Карась, что ли? Он вялый какой-то. Карась. Тише, тише, тише. Ничего такой карась. Хорошенький. Опять на эту удочку сидит, что-то небольшое. Убийца карася работает. Аккуратно. Сидит что-то мелкая зараза. Сошел. Карасик. Опять на эту удочку что-то есть. Карась, по-моему, опять. Хороший причем. Неплохой, неплохой. Так вот, карась. Сознание нет, странно. Тот год. До хрена его было. В этом году вообще нету. О, три утки летят. Опять, видимо, карась засел. Опять эта снасть карася работает. Убийца карася. Ну, поменьше этот. Собака все перепутал. Тоже карась. Хорош. Я бы даже сказал, очень хорош. Убийца карася. Опять она же. Такой вот. Хороший карась. Кто-то говорил, что здесь подлещиков нет. Вот он, пожалуйста. И подлещики есть. Привез червей, короче, а там два червя всего лишь. Так вот. Пришлось копать здесь, вдоль речки. Но копал червей нормально. Ловим дальше.
Такие экземпляры тоже попадаются. Причем много, я уже столько их отпустил. Что-то клюет. Сразу мелочь. Сжирает черва моментально. Опять на этом бить скорость. Карасик. Небольшой. Карася много. Думаю, через дня 2-3 сазан пойдет. Где-то здесь змееголов стоит. Причем большой. Ну что, смотрим, что мы поймали. В итоге 4 часа где-то просидел. Смотри, немножко поймали. Вот караси. Хороший сомик один. Сомика оставим. Не будем искать. Караси прям крупные. Друзья, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сюда еще раз приехал. Я приеду на сазана. Буду кукурузу больше брать. Бойлы попробую. Сазан есть здесь, просто карась не дает ему подойти. В прошлых видосах, наверное, видели, как я ловил сазана. Прямо на этом месте, только в том году. В такое же время. Так что вот так вот. Если много лайков наберет видос, то приедем еще раз на сознание.